Масса липкая и упругая. Я могу проползти. Но я не могу проползти. Да, к сожалению. Значит, нам что-то нужно сделать. Что-то найти. Тут написано, что инструментами не разломать. А чем тогда? Чем же? Блин, погреб. Нет, не пойдем туда. Тут что у нас? Лаборатория. Так, это поинтереснее. На языке он чувствовал аромат розы. Турецкие сладости, подумал он. Такие же, как в посольстве в Константинополе. Лаборатория. Может, здесь что-нибудь найдем? А, наверное, я найду какое-то зелье, которое растворит это масло. О, ветерок. Опять этот ветерок. Что это? Масло. Что ж такое? Что здесь? Меня отчаянно пытаются напугать. Вот этими... Но нет. Что-то не так. Неправильно. Да, что-то не так. Что-то не так. Мы должны спуститься и выяснить, что не так. Ну-ка, покажись. У меня ящик. Покажись. Там никого нет. Или кто-то есть. Ой. Нужно больше куприта. Создать эликсир жизни искусственным способом. Хорошо, хорошо, ладно. Склянка. И одна часть крепкой фонки. Может, я должен что-то сделать? А. Этот белый экран ослепляет прям меня. Так, что тут у нас? О, я что-то нашел. Пока я думаю о тебе и о долгих днях, что мы проведем вместе, я знаю, что я лучше других людей. Мне жаль их. Бесконечная власть. О, кто-то идет. Нет, никого нет. Что? О! Прикольно. Знал бы я, что это. Давай все-таки возьмем вот. А? Я не могу взять? А, это какое-то воспоминание. Ничего. Ничего. Там тоже ничего. Масло. Ну, пока я не вижу никаких. Мне кажется, что продал. Ага. Вытяжного отверстия дым после моих недавних где-то в хранище. Ага, значит, мы должны идти в винный погреб, да? Наверное. Нет, не буду зажигать. Ладно, пойдемте в винный погреб. Может быть, найдем там что-нибудь. А? Тут был. Опять эта таракашка. Эй! Кто это? Это какой-то мадагаскарский таракан. Да, именно так. Свет. Интересно, в винном погребе я найду ингредиенты для эликсира. Возможно. Возможно, я найду там приключения. Мне показалось добраться в Лувр. А? Я спасу тебя, девочка. Я спасу тебя. Во что бы то ни стало. Мне кажется, она оттуда кричала. Чего? У-у-у. Кто это? Какое-то животное. Девочка, где ты? Архивы? А, я же оттуда пришел. Или нет? А, я забыл. Я тоже начинаю забывать. А, я отсюда пришел. Нет, не отсюда. Ладно, пойдем в архивы. Мне кажется, девочка там кричала. Мой долг спасти ее, пока я не забыл, что она кричала. Потому что это же амнезия. Или амнезия. Вот честно, я не знаю. Наверное, на английском амнезия, а на русском амнезия. Да. Архивы. Дверь захлопнулась за ним. О, тут кто-то рычит. Выходи! Выходи! Куда ты дел девочку? 16 мая 1839 года.
Беспощадно тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вел в подземное каменное строение. Завтра я поведу людей в гробницу. Попытаюсь, да. Да, но это, видимо, не здесь. Это гробница. Хотя, может быть, здесь. Африканское солнце. Не думаю, что этот замок в Африке находится. Так. О, что там было? Мне показалось. Ой, ФПСки. ФПСки сходят с ума. Стулья. Блин, зачем мне... Ладно. Свет. Свет. Почему здесь нельзя открыть окно? Я бы свалил отсюда. А, нет, я должен сначала девочку спасти. О, тут разговаривают. О, кто-то идет. Глибертес. О, это знак судьбы. Я должен эту книгу донести до места какого-то. А, музыка заиграла. Так, что меня скребет? Как будто в мозге моем скребут. А, нет, все так же. Мне показалось, что мой мозг сходит с ума. Где книга? Вот она. Так, ладно, побежали. Побежали. Что творится с экраном? Монстр. Кровь. Это плохой знак. Опять таракашки. Все одно и то же. Дежавю преследует меня. О, я думал, это кинжал лежит. Это первый. Большая часть. Ой. Замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет день, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Сундук. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас. Особенно в нижних помещениях. Здесь и здесь. Подождите-ка. Я масло залью. Пусть слуги принимаются за работу. Окей. А, замок начал обваливаться. Там, конечно. Оказалось, да, здесь что-то было. А, блин, мне нужен топор или булава какая-нибудь. Или камушек. Сейчас возьму камушек и разобью. Именно так. Могу ли я как-то бросить? Да, спасибо, что сказали мне, что я могу бросать предметы. Как раз вовремя. Действуй быстро. Когда задействуешь первый, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Даниэль. Окей. Значит, мы должны слышать эти звуки. Если мы слышим эти звуки, значит, все нормально. Да. О. Ну, тут какая-то история. Я, честно, не буду вдаваться в подробности. Я просто хочу испугаться. Не открывается. Еще одна ловушка. Наверное, я опять не знаю, что можно что-то еще делать. Может, можно не только кидать предметы. Вот здесь выход, кстати. Вот, прям слабый свет. Там должен быть проход. Да, мне нужно ее сдвинуть. Но как? Стоп, эй, кто там скребется? Подожди. Мне нужно эту... Нифига себе, она тяжелая, ее опрокинуть только можно. А, надо убрать фонарь двумя руками. Нет, я никак не могу. Так, ну... Опять логика. Логика, железная логика. Я должен что-то сделать с этим шкафом.
Я должен его подвинуть, но я не могу. Наверное, Даниэль был... слабоват. Да. Возможно... Я... смогу кинуть ящик. Это было бы слишком просто. А, ну там же еще есть провод. Может, там камни исчезли? Да? Нет. К сожалению, нет. Такс. Нужно подвинуть шкаф. Что я могу? Я могу поднимать ящики. Я могу поднимать книги. Получается, за книгой должен быть рычаг. Да? А, про этот звук и говорили. Все ясно. Нужно поскорее выдвинуть вторую книгу, пока эти звуки не исчезли. Шестереночки. Так, и вот последний, наверное. Да. Гениально! Ну, к чему он вот, интересно, прицеплен, что он двигается? Я бы смог его руками подвинуть, честное слово. Ключ от винного погреба. О, нет. Тут кто-то есть. Нужно бежать. Уйди. Так, что это такое? Кто-нибудь здесь есть? Если что, я здесь могу спрятаться. Хорошо, мне надо в погреб, но проход-то до сих пор завален. Возможно, я найду какую-нибудь микстуру, которая сделает меня сильнее, я разрушу эти камни. Или отодвину их. Не знаю. Да, о, там кто-то нет. Мне показалось, что там чья-то голова. Ага, тут дверь открылась. Все ясненько. Теперь нам нужно... Не поддается. Ах ты... О, здорово, мужик. Подожди. Давай пообщаемся. Он исчез. Как всегда. Хочу пообщаться с кем-нибудь, и он убегает. Подожди. Напугайте меня кто-нибудь. Мне надоело решать железные логические задачи. Ладно. А, я совсем забыл про девочку. Наверное, она умерла. Этот мужик ее убил. К сожалению. Теперь надо выбраться отсюда. О, я даже не помню, откуда я шел. Лучшим вариантом будет бегать. Просто бегать. Пока не найдешь выход. О, надо открыть рояль. Пианино. Фортепиано. Лучше пианино. Здесь все закрыто. О, подожди. Так вот, что это за дымок был. Все ясно. Это... Этот вот этот... Ах, да, вот откуда взялись эти бро... Как ты их называют? Вот такие, вот именно таких. Ну все, ребят, мы теперь знаем, кто такие вот эти бро. Это вот этот чувачок, который шел. Да. Похоже на Африку. Очень похоже. Очень. Вообще, откуда я взял, что мы в Африке? Я не знаю. А, вот выход. Ах, да, там было африканское солнце или афро... А, нет, не афроамериканское. Не знаю. Немного песка про... Вот так хотел эпично зачитать. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто меня бьет? Опять эти мышцы. Замок живой. Так, надо посмотреть свой рассудок. Нет, все так же. Я думаю, у меня будет бить постоянно эта мерзость. Наверное, нам туда. Ура! Как бы тут. Поднимай. Так, ладно. Пойдем дальше.